Американский рэпер и участник группы Wu-Tang Clan Ghostface Killah стал сооснователем криптовалютной компании Cream Capital. Представители компании сообщили, что в ходе ICO, которое начнется в ноябре, они намерены привлечь 30 миллионов долларов. Название компании было выбрано не случайно. Это прямая отсылка к хиту Wu-Tang Clan Cream, что означает «Cash rules everything around me». Несмотря на то, что в данном случае название расшифровывается как «Crypto everything around me», мы уже зарегистрировали торговую марку в патентном ведомстве США, отметил исполнительный директор Cream Capital Брэд Вестбрук. Отметим, что создан Cream Capital для поддержки, продвижения и финансирования криптовалютных стартапов. Токены компании будут выпущены на базе Ethereum.